спортивные, шапочку, носки, которые, кстати, одни одевал уже, да, Даня? Вот, теперь еду нашли, кроссовки не нашли. Вернее, мы нашли кроссовки, но у нас есть два варианта. Либо они кому-то нравятся, кому-то нет, либо уже всем нравятся, но нет размера. Короче, жопа. Мы не теряем надежду. И пойдем сейчас искать дальше. Супер вопрос, супер важный вопрос. Давай. Кроссовки. Значит так. Что за вопрос? Решаем проблему. Что там? Ты рукой меришь? Здоровье. Наташа, я думаю, надо пойти потом в магазин, как бы купальники посмотреть, потому что фанаты просят. Хорошо. Можем сделать маленькое видео из Виктории Секрет. Да, брат. Наташа хочет сделать маленькое видео с Виктории Секрет в магазине. Не, ну на самом деле, если убирать Джордана, можно было бы не подпи***ть, зафигаешь, там подпи***ть. Какой размер ноги у Хоббита? Размер? Ну мы выбирали между вот этими. Кто-то сказал, что у него чуть больше, и мы решили взять уже вот эти. Видишь, они, во-первых, постильнее, и для Хоббита будет хорошо, нога хорошо ляжет. Ну и Доська ему предложил уже взять Джордана. Говорит, возьмем два Джордана. Они могут, конечно, на него быть великоваты немножко, я не уверен, но здесь они идут с белыми полосками. Но это уже на Хоббита будет, конечно, маловато немножко. Хотя, можно ему зимний вариант взять. Я и не думал, что сегодня я буду снимать сюжет про кроссовки. Весь день. Этим мы берем Хоббиту. Бро. Бро? Еще один магазин. Вот эти прикольнее всех. Смотри, смурецкие. Да, очень крутые. Сколько стоят? 90. Давайте такие. Смурецкие вообще нормально, да? Есть еще, я считаю, что прикольно смотрится. Да, пишите в комментариях, как кроссы. Мне кажется, что без... Давай, вот смотри. Адидас пришли за штанами. Кроссовки не купили, блядь, а штаны нужно покупать. Вон все, смотри, вон тусовка с штанами. Идешь мерить? Да, давайте не Excel. Что значит, ты не будешь мерить? Что значит, ты не будешь мерить? Ты чё? Ты чё, слышишь? Давай попробуем, посмотри. Нету элок много, ребята. Смотри, я реально хочу выходить на Е-лигу на мажоре в гламурно. Хочу. Мне кажется, что это будет то, что надо, реально. И так можно кому-то по подбородочку упануть. А ну, Миш, о, посмотри, какие хорошо. Миш, даже в этих штанах ты мог бы реально хорошо тренировать. Ну, вот такие прикольные рюкзаки. В школу можно ходить. Да, тебе бы не помешало походить. Два отделения задних, спереди. Что спереди есть? Okay.